Третьего съезда общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Слово для приветствия от имени правительства Республики Саха-Якутия предоставляется министру по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия Владимиру Николаевичу Черноградскому. Третьего съезда общин коренных малочисленных народов нашей республики. Позвольте поздравить всех от имени главы республики и правительства республики Саха-Якутия и от себя лично с началом работы третьего съезда общин коренных малочисленных народов Северной республики Саха-Якутия. Сохранение и развитие родовых общин как основы уклада образа жизни, культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера
повышение значения традиционных отраслей Севера, развитие экономики региона находится в числе главных приоритетов государственной политики Республики Саха-Якутия. В общинах работают и живут сильные духом, выносливые и мужественные люди. Условия вашей работы не отличаются комфортностью. И именно поэтому убежден, что сегодня здесь присутствуют люди, знающие особенности ведения традиционной хозяйственной деятельности, истинные носители древних традиций народа и кочевого образа жизни. В настоящее время, по данным управления Министерства юстиции, в Республике Саха-Якутия зарегистрировано 207 общин, занимаются такими традиционными видами хозяйственной деятельности, как оленеводство и охотничий промысел рыболовства. Целью развития арктической зоны и коренных малочисленных народов Севера. Спортивные комплексы, школы, больницы, строится целевая адресная программа «Молодой оленевод». Уверен, что работа без проблем станет эффективной площадкой для обсуждения вопросов. Это единое решение по вопросам дальнейшего устойчивого развития коренного населения. Разрешите еще раз выразить вам свое искреннее уважение и надежду на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется заместителю председателя Государственного собрания Ильтмя Республики Саха-Якутия Виктору Николаевичу Кубареву. Уважаемые наши делегаты и участники, и гости третьего нашего съезда, уважаемый Андрей Васильевич, от имени Государственного собрания Думы нашей республики сердечно поздравляю вас с открытием третьего съезда общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Первое природопользование, сохранение традиционных отраслей, промыслов, духовного наследия, самобытной историки направлены на обеспечение устойчивого развития малочисленных народов. На основе конституционных прав формирования законодательной базы республики, включая 17 основных законов и нормативных правовых актов. Сегодня перечень мест традиционного проживания малочисленных народов входит 70 населенных пунктов 21 района нашей Якутии. Решением органов местного самоуправления образована социальная территория природопользования местного значения. Ежегодно увеличивается количество кочевых родовых общин, малочисленных народов. Их количество в республике составляет на сегодня 202 общины. Принятие в республике в сентябре 2003 года принят закон соответствующий. И в условиях рыночной экономики предусмотрел некоммерческим организациям, к которым относятся родовые общины, заниматься через создаваемое производство некоммерческой деятельности. Но вот, к сожалению, несколько проблем, которым нам предстоит обсудить в ходе съезда и потом принять практическое их решение, заниматься через создаваемое производство, заниматься коммерческой деятельностью. Но на практике этой возможности практически никто не смел воспользоваться по разным причинам. Были редкие примеры, даже добыча золота, заниматься родовым общинам, но, к сожалению, недолго. Поэтому стоит задача найти правовые нормы, позволяющие родовым общинам заниматься предпринимательской деятельностью. Сегодня родовая община представляет собой форму хозяйственной деятельности с целью достижения удовлетворения не только экономических результатов, но и этносоциальных потребностей, то есть защиты исходной среды обитания, сохранения и развития традиционного кочевого образа жизни, промысла, культуры, тем самым основное сохранение и развитие низких компонентов, традиций, обычаев,
языка и время осуществления экономических преобразований и освоения природных ресурсов на севере должно предполагать наличие экономического сельского хозяйства и промышленности, что необходимо для сохранения и развития родовых общин в условиях рыночной экономики. Сегодня единственное отрасль сельского хозяйства, в которой занято все коренное малочисленное народа. Остаются нерешенные вопросы в развитии социальной и технологической базы ливонцев. Прежде всего, это отсутствие реального облегчения условий приносим здесь поработать нам и обсудить эти вопросы в ходе съезда. Почему образ жизни? Все-таки недостаточный уровень заработной платы в связи с ростом цен, слабая социальная защищенность сельневодов и членов их семей. Многие другие факторы здесь, из чего отрасль испытывает дефицит квалифицированных кадров, оленеводов, чумработниц, других специалистов. Как я уже сказал, у нас сегодня это в основном субсидии на поддержку отраслей, традиционных отраслей хозяйствами в республике предусмотрены на этот год 272 миллиона рублей. Оленеводы получают у нас субсидии. Как мы уже отметили, что коммерческая деятельность может быть заниматься, родовые общины, заниматься только основываясь на 13 видов традиционной хозяйственной деятельности. Что здесь можно обсудить и над чем поработать? Создать все-таки преференции, как резидентов сегодня, которые пользуются льготами, в том числе по налогам, опять лет они освобождены. Это основываясь на законе о государственной поддержке предпринимательской деятельности ВАД. Сегодня родовые общины платят 48%. Это социально-страховые, единый сельскохозяйственный налог, 48% своей деятельности. Нужно все-таки предусмотреть возможность страховой взносы снизить до 7%. Общины хотят заниматься производственной деятельностью. Мне кажется, предложение уже звучало при Министерстве Арктики создать ресурсный центр, который бы занимался этими вопросами до реестр и так далее, который бы помогал организовывать коммерческую деятельность некоммерческим организациям, основываясь на наших законах, в том числе и по родовым общинам. Ну вот, например, Тиран, у нас сегодня родовые общины где могут заработать, какую получают помощь? Как я уже сказал, 572 миллиона рублей – это непосредственно субсидии по льготам. Получает тот оленеводство. В то же время предусмотрено 36 общин, ежегодно получает субсидии 500 тысяч рублей. Это годовой грант. 36 общин, 18, чтобы уложиться в 18 миллионов рублей, которые поступают из федерального бюджета. Но, к сожалению, если мы помним, то это у нас и республиканского бюджета тоже выделялось более 60 миллионов рублей на грантовую поддержку. К сожалению, сегодня мы понимаем, что финансовое положение, вопросы социально-экономического развития, санкциями и так далее трудно, но тем не менее нужно найти возможность все-таки грантовую поддержку поддержать и из республиканского бюджета. Как я уже сказал, 18 миллионов рублей, 36 общин получает гранты, ну а всего у нас 202 общины. Конечно, это маловато очень. Ну, опыт мы же всегда знаем, как, значит, другие наши арктические районы, регионы в этом. Ну, например, в Ямале очень хорошо, разве все-таки находят возможность они родовым общинам, грант у них около 3-5 миллионов рублей. Ханты-Мансийским то же самое, значит, на это выделяется около 30-40 миллионов рублей. Поэтому нужно следующий вопрос нам обсудить и решить. Все-таки неоднократно об этом говорили, что вы пили. Дорогие делегаты и участники съезда, отрадно, что образование Якутской ССР. Мы должны забывать свою настоящую историю. Социалистическая республика. В этом году мы также отмечаем столетие со дня образования СССР. И мы сегодня обращаем
благодарим все наши поколения, наши республики, которые трудились и вывели нашу автономную республику советскую в одну из передовых среди регионов нашей страны. Наш съезд проходит, тоже хотелось бы отметить, проходит сложное время. Мы поддерживаем принятое решение по проведению специальной военной операции по защите Донбасса, ДНР, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Суверенных Республик по защите русского мира на Украине. Против фашистского и ненацистского режима на Украине, против власти неонацистов, пришедших в результате переворота военного в 2014 году, развернувших геноцид против народа Украины, этот режим падет, нет никакого сомнения. Не Россия развязала эту войну, Россия заканчивает войну. И мы преодолеем все трудности и беды на основе социального равенства, возрождения отечественной экономики. Уверен, что третий съезд станет эффективной площадкой для обсуждения наболевших интересов и выработки своевременных решений. Желаем делегатам интересной дискуссии успешно работать на благо родной земли, на благо нашей республики. Спасибо. Слово предоставляется председателю постоянного комитета Государственного собрания Ильтмен Республики Саха-Якутия по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елене Христофоровне Голомарёвой. Уважаемые участники третьего съезда родовых общин, делегаты съезда, президиум, уважаемые приглашенные. Сегодня у нас большой суглан тех людей, которые взяли на себя ответственность за судьбу своего района, республики, ту часть территории, которая называется сегодня Арктической зоной. Парламент республики и правительство за эти годы сделали нормативной защите много. Именно парламент республики принял первый закон о родовых племенных общинах, который стал впоследствии законом федерального уровня. Если мы сегодня имеем три федеральных закона о родовых общинах, о гарантиях прав коренных малочисленных народов, о территориях традиционного предопользования, то один из них о родовых общинах – это плод работы наших лидеров. Первых лидеров в 90-х годах – Августа Дмитриевны, Андрея Васильевича, Кирова Шапкина, тех Погодаевой Марии Петровны, депутата Верховного Совета СССР, людей, которые взяли на себя ответственность. Закон до сих пор работает, но как он работает? Защищает ли сегодня этот закон наши права? Как мы себя чувствуем на своей родной земле? Какие еще есть задачи, которые должно решить правительство и парламент республики? Вот об этом мы должны говорить в течение этих двух дней. К сожалению, мы за эти годы не смогли добиться участия родовых общин как товаропроизводителей, хотя республика Саха-Якутия в своем законе о сельском хозяйстве, который мы обсуждали целых два года, мы внесли статью, в которой говорится, что родовые общины могут быть сельхозтоваропроизводителями. Мы дали возможность, не угадали, что они товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители, а дали свободу, могут быть по воле своей. Это же совсем другой вид родовых общин, это некоммерческие организации, которые сегодня везде нам препоны ставят. У нас нет через несколько дней столетия
столетия и внутренние проблемы. И мы считаем, что родовые общины могут свободно заниматься и во всех программах, грантах и так далее должны быть. Теперь по грантовой поддержке. Они разовые. Разовые, и сумма очень такая скромная. От 300 до 500 тысяч рублей. Ну, что можно? Потом, после получения гранта, значит, на второй год уже не имеешь права получать. Потом дальше что? И так далее. Вот те вопросы. Мы, может быть, должны будем... Да сколько раз мы говорим про реестр Министерства Арктики, Министерства сельского хозяйства, они совместно должны подкрепляются. Столько работы много идет со стороны бюджета, как отдельная программа. Но очень большая, и в сравнении отношений вот этого даже до миллиарда, ну, даже до 500, до этого не доходит. Та сумма, которая городовым общинам идет. Поэтому это очень... Вот сегодня как раз акция, санкции должны нам дать принять после сегодняшнего разговора такие меры, которые бы близки были вам. Вы не молчите, вы говорите, нам надо вот так это свое хозяйство развивать. Родовые общины отличаются тем, что есть оленеводческие, те, которые только рыболовством занимаются, те, которые занимаются только охотой. Поэтому вот все эти три направления, к сожалению, не имеют такой, как сказать, корневой такой защиты сегодня. Родовая община, мы говорим, некоторые говорят, это частники, пусть там сами как хотят, так и занимаются. Такого не должно быть. Поэтому я желаю нашему третьему съезду общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия принять такие решения, которые были бы прорывными. Не такими. Вот говорим, говорим и на одном месте стоим. Следующий год уже мы должны доказать, на что мы способны родовые общины. Чтобы здесь сидел сам председатель правительства и заместитель председателя правительства и станет на равных говорить с президиумом. И я бы сказала, да, на уровне федеральном мы работаем над тем, чтобы и территории традиционного предопользования были. Мы это делали. Большое спасибо Егору Афанасьевичу, который поддержал инициативу муниципальных образований, которые на уровне представительных органов создали эти территории. Но, знаете, исчезнут родовые общины, исчезнут территории традиционного предопользования. Нет родовых общин, нет территории традиционного предопользования. И нет того, чего мы сегодня вот оделись красиво, да, мы говорим, мы коренные малочисленные народы. Именно родовые общины у нас сегодня являются защитниками и культуры, и традиционных видов хозяйствования, о которых мы все время говорим. Правительство Республики Саха-Якутия сделало все возможное, чтобы родовые общины стали нас на свои. У вас есть участки, есть у кого нет участков. Кто ставит препон? Кто сегодня несколько лет не оформляет участки для родовых общин? В каком году заявления были поданы? Вот это мы уже внимательно будем рассматривать это. И кто таки, по фамилии будем назвать, там какой-то район, вот такой голова или кто-то там препятствовал в то время созданию родовых общин. Вот это надо изучать. Не просто так говорить красивые слова. Надо заниматься делом. Вчера мы, значит, на уровне Саскалаха говорили про озера. Руководитель, который, значит, занимается этими вопросами, ну чем тут может заниматься глава района арктического УЗА? Только вопросами производства родовых общин одного единственного муниципального предприятия. Образование, культура и это все
Бюджетные организации, они не так, как нормативно финансируются. Глава должен заниматься именно родовыми общинами. Где программа родовых общин поддержки на уровне муниципального образования? В каком районе эта программа присутствует сегодня? Или отсутствует? И глава региона, который замещает, говорит, озера не выдаются родовым общинам. Нет, они выдаются, говорит. Выдаются родовые общины, родовым общинам озера. А почему он говорит, что не выдаются? А потому что не занимался этими вопросами. Выдаются. И наш институт, и Министерство охраны природы, они должны заниматься этим вопросом. Спасибо и так далее говорить. Просто давайте работать, насучив руководством законом, должно быть какое-то действие. И по территориям традиционно принесет кем-то, который неизвестный, и оно обсуждалось на федеральном уровне, об упразднении ТТП. Вообще не должно быть такого понятия в федеральном законе об упразднении. Когда Конституция Российской Федерации, которая говорит об исконных землях, что если мы упраздняем территорию традиционного предопользования, значит мы должны полностью отказаться от понятия там коренные малочисленные народы и исконные земли. Вообще этого понятия не должно быть ни в одном законе. И родовые общины, если вы сами будете инертны, если вы сами будете очень молча все это, как положено нам по обычаям, не должны быть мы слишком громкими, как говорится, мы очень тихо же, мы не любим шума. Мы не многословны на самом деле. Мы требуем у тех, которые приходят на нашу территорию, уважительного отношения всего лишь. И вот это уважительное отношение мы забили в федеральном законе. Вот в прошлом году очень такой большой закон о государственной поддержке предпринимательства в российской зоне. А там никого, про КМД вообще ни одного слова не было. Так, Никита Николаевич. Ни одного слова не было. И Виктор Николаевич, и мы собрали все субъекты Российской Федерации, Бугров Петр Васильевич в то время, да, председатель, и все субъекты. А кто бы больше всех предложений вносил? Конечно, Якутия благодаря вот столичным и так далее, да. И сегодня мы имеем в этом федеральном законе один раздел, целый раздел с тремя статьями. Первая статья говорит о том, что у нас должен быть совет при Арктике. Нашу республику представляет Августа Дмитриевна Маркусалова, старейшина. Она там очень дельные предложения вносит. И Пугаевский Андрей Александрович. На 3 года миллиард. Хорошая сумма стоит. Того, чего вообще на день оленевода построены эти центры. И остатков будут перенаправлены. Виктор Николаевичем будем следить за тем, чтобы до каждой родовой общины и районов не очень честны в отношении финансовых средств, которые приходят. Требуем это подготовка кадров, помощь вам, родовым общинам. Спасибо. Уважаемые делегаты 3-го съезда общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, уважаемые друзья, уважаемый президиум, во имени ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республика Саха-Якутия искренне, сердечно поздравляю с вашим большим собранием 3-м съездом общин коренных малочисленных народов Севера. Вас съезд проходит возрождательное историческое время, год столетия образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Вас съезд проходит
даже в то время, когда все наши общественные формирования Республики Саврежбухи набирают хорошие такие темпы из года в год. Кроме того, съезд проходит в ознаменательное историческое время, год образования и культуры Второго Советского Социалистической Республики. Это товарищи и друзья глубоко символично. Вообще некоренных малочисленных народов Севера были образованы в первобытное историческое время. Именно благодаря общинам народов Севера были сохранены наши олени, символ благополучия и счастья наших северных народов. Я от души благодарю нашу многоуважаемую Елену Поликарповну, Терапиеву Елену Поликарповну сказал, и кроме того еще наши многие соратников, друзей, которые внесли большой вклад в восстановление общин коренных малочисленных народов Севера в первобытное историческое время, возрождая в течение длительного времени наши общественные формирования. Я Елену Христофору Гомарову упомянул вначале. Я еще раз хочу повторить, что она нам, народам Севера, нашим общественным формированием всегда помогает словом и делом. Давайте, дорогие делегаты, поздравим и поблагодарим нашу многоуважаемую Елену Христофоровну. Почему нам удалось сохранить наши общины? Это общий такой исторический вопрос, надо сказать. Это произошло потому, что все народы Севера были едины и солидарны. При этом особо хочу отметить это святое дело общим сохранением благодаря братской помощи всех народов и руководства Республики Саха-Якутия. Уважаемые друзья, в этот день мы с глубокой благодарностью вспоминаем имена тех, кто вносил душу и сердце в объединение всех северных этносов. Всех называть невозможно, но мы имена сохраняем в наших благодарных сердцах и душах. Я назову имена некоторых из них. Это Николай Егорович Андрошев, Христофор Афанасьевич Григорьев, Алексей Григорьевич Щипачев, Тамара Егоровна Варламова, Василий Николаевич Николовский, Егор Васильевич Петрухин, Анна Васильевна Сипсева и многие-многие наши северные деятели, которые стоят у истоков образования своих общин и у истоков нашей этой зависящей организации. Давайте, друзья, помянем ушедших из нас рядов наших старших друзей и товарищей мирных и молчания. Друзья, Дизин продолжается. Общественные организации северных этносов из года в год набирают опыта в этом деле сохранения северных этносов и дружбу всех народов нашей родной республики Саха-Якутия. На этом мы стояли и будем стоять дальше твердо и неукоснительно во все времена. Я искренне желаю успехов третьему съезду вообще коренных малочисленных народов Севера и желаю вам дальнейших успехов. И всегда помните, что ваша деятельность именно здорово и активно помогает на практике каждому северянину, каждому члену общественной организации, каждому члену нашей общественной организации, ассоциации коренных малочисленных народов Севера и укрепляет дружбу и братство всех народов и Республики Саха-Якутия.
Я еще раз хочу напомнить, что очень отрадно, что вот ваш свет проходит именно год столетия образования Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Мы всегда с этим гордимся тем, что Якутия, по моему глубокому убеждению, это тот единственный регион Российской Федерации, где из года в год укрепляется по-настоящему дружба, братство народов республики всех национальностей. Вот почему наша республика всегда называется первым городом во всей Российской Федерации нашей великой Родины. Дорогие друзья, дальше будем умножать каждый знак своим вкладом. Пусть будет это маленький вклад, но это будет вклад великое и большое дело до следующего продвижения вперед наших марксированных, в то же время очень благодарных коренных марксистских народов, истинных трудников за светлый завтра Якутской республики нашей. Вот и поэтому, если будем идти к этому пути, у нас не будет никаких преград, и результатом всей этой деятельности будет дальнейшее укрепление нашей активной жизни во имя наших народов Республика Саха Якутия всех национальностей. Давайте будем стоять на этом вперед, и просвещенно вперед, вперед, под знамя великой дружбы народа. Спасибо. Слово для приветствия предоставляется члену правления Ассоциации оленеводы мира Михаилу Едайковичу Яр. Уважаемые делегаты и участники третьего съезда кочевых родовых общин коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия, позвольте приветствовать вас от имени Ассоциации оленеводы мира и оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа. Оленеводством занимаются в разных регионах мира, и оно всегда было основой существования и жизнедеятельности коренных народов Севера. Буквально недавно, с 4 по 8 марта 2022 года, в городе Ханты-Мансийске состоялся 7-й Всемирный конгресс оленеводов, на котором обсуждали современные проблемы, перспективы развития оленеводства. Была принята Ханты-Мансийская декларация, включившая в себя чаяния и надежды оленеводов и направленная на устойчивое развитие этого древнего вида традиционной хозяйственной деятельности. Организация «Оленеводы мира» является международной общественной организацией представителей коренных народов, занятых уникальным видом деятельности своих предков и ведущих кочевой и полукочевой образ жизнедеятельности. Олень, как известно, является для коренных народов основой для жизнеобеспечения в экстремальных условиях проживания. Вместе с этим благородным животным за долгие века человек смог сформировать уникальную артистскую оленеводскую культуру. Соответственно, оленевод стал главным хранителем и носителем материальных и культурных и духовных ценностей, создав неписанные законы и правила природопользования, которые аккумулировали в себе нормы поведения человека, проживающего в арктической тундре, северной каверной зоне и горной местности. При этом его надежный друг олень не является объектом наживы, а есть и основа жизни его семьи, рода, племени. До образования государственных ведений сегодняшних годах на землях кочевников широко разворачиваются промышленные разработки, и после, когда закончатся невозобновляемые природные ресурсы, основными землепользователями были и останутся кочевники и оленеводы, значит, нравится это или нет, но диалог с ними должен быть обязательным условием для всех, кто приходит на земли их традиционного проживания. Очень надеюсь, что все вопросы станут темой сегодняшнего съезда. Уважаемые делегаты, в заключение хотел бы поблагодарить хозяев древней земли Аомха, лично главу республики Саха-Якутия Арсена Сергеевича Николаева, правительство республики за поддержку развития оленеводства и кочевых родовых общин. Искренне наши добрые пожелания хозяевам Якутской земли. И всем участникам света,
должны помогать в принципе, сегодняшнее тяжелое для и для страны, и для Ленинградска в целом тяжелое время. И поэтому я хочу еще раз сказать, что нельзя помочь человеку без его участия. И поэтому я надеюсь, что вот, здесь присутствующие очень много зависит от вас, от вашей позиции в отношении сохранения культуры. Культуру можно сохранить практически, я считаю, что только через оленеводство. Поэтому мы, оленеводы, Ямала, которые занимаем первое место в мире по сохранению традиционного уклада жизни и по развитию оленеводства в регионе, мы готовы участвовать и помогать всем желающим в регионе, чем мы и занимаемся, в принципе, реально на практике, восстановление оленеводства и сохранение культуры.